Всем вкусного дня, меня зовут Перчинка и я фуд-блогер. Сегодня я познакомлю вас с интересным рецептом. Смотрите. Кокосовое молоко в домашних условиях можно приготовить из обычной кокосовой стружки. Для этого понадобится всего два компонента – кокосовая стружка и вода. Рецепт такого бюджетного варианта безлактозного молока вполне быстрый и простой. А в результате – отличная основа для смузи, каш или просто оригинальный вегетарианский напиток. Подготавливаем продукты по списку. Из этого количества получается примерно 1,2 л кокосового молока. Кокосовую стружку высыпаем в подходящую глубокую емкость. Заливаем кокосовую стружку водой. Перемешиваем и оставляем на 2 часа. Затем переливаем кокосовую стружку с водой в блендер. Взбиваем на высокой мощности около 3 минут. Получившуюся массу хорошо отжимаем через марлю. Также можно использовать дуршлаг с частой решеткой. Кокосовое молоко из кокосовой стружки готово. Оставшуюся кокосовую стружку можно залить водой еще раз и опять получить кокосовое молоко, но уже не такое жирное. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!